Мое почтение. Гостям всегда рады. Слышал, ты кочергу узлом завязываешь? Завязываю. У меня оказия. Надо на кнутах подраться. За меня пойдешь? То есть как на кнутах? Не лезь. Раздевайтесь до пояса. Садитесь друг против друга и хлещетесь, пока кто-то пощады не попросит. Высидишь? Плачу 200, одолеешь еще одну. А в прошлом году курского вора насмерть запороли. Сказано, не лезь. Дырку сделаю. Ну? Кнуты плетеные, ременные. Вон Хламов сидит, видишь? На таку покажет. Завтра не отлучайся. Придут за тобой. Петь, что ли? Рискуешь, Егорка. А не дай бог напротив перса посадят. Они кнутовщики отменные. Он тебя надерет. Зато деньги какие. Не обманет? Не знаю. Вроде за ним не водится. Подбивайся, подбивайся. Погоди, дай подумать. Выспаться надо. А вот так. Делаем ставки, господа! Так, молодец. Принято. Давай. Хорошо. Давай. Глядите, давай. Одинаковые. Видите? Вот. Разные. Они со стороны православия. Держи. Давай, Егор. Давай, давай. Держись. Не подсломи православную. Держи. Держи, Загид. Напрягись. По третьему хлопку. Раз. Да. Два. Три. Молодец. Егор, давай. Держи. Не подведи, Егор. Давай, 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 давай. Держись, Егор, держись! Дай! Я дал тебе! Хорошо! Давай, давай, Егор! Держись! Держись! Дай! Дай! Сармат, твою мать!